Вот такая вот специфика Тулы. И я спросил у диктора по стадиону, будут ли они объявлять количество зрителей. Они говорят, в первой лиге, много первой лиги. Ох, какой рикошет! Это гол! Сколько их не объявляй, их сейчас очень хорошо слышно, потому что удар наносил Яковлев, Михаил Яковлев. Есть здесь доля везения, но с другой стороны, посмотрите, как Яковлеву пространство было. И тут даже не подкат, тут Шумахову, так сказать, в заднюю ногу, если так можно сказать. Он бежал, пытаясь накрыть удар Яковлева. И вот нога, которая немного была оторвана от земли, в нее мяч попал и перелетел Хамхоева. Сработала замена.